В Актобе прошло очередное торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. В нем приняли участие активные ветераны Астанинского района. Для них организовали небольшой праздничный стол и концертную программу. Всего в районе насчитывается около 30 тысяч пенсионеров. Для них с 1 октября местным акиматом проводятся различные мероприятия. Здесь принимают участие наши ветераны, активисты взрослого поколения. Мероприятие проводится совместно с депутатами городского маслихата, то есть депутаты сами предложили своих активных ветеранов по своему округу, по своим участкам. И мы, конечно, как акимат, районный акимат, активно проводим совместные мероприятия с ветеранскими организациями. Жилые массивы, у нас созданы ячейки первичной организации ветеранских организации, и совместно проводятся различные мероприятия в плане пропаганды патриотизма, духовности.